бы на автопати, и ну там как бы такая аудитория была более вечерняя, и мне такая аудитория, она больше заходит. Я себя чувствую очень уверенно в такой аудитории. Тут же я буду петь на Мисс России уже на, уже на основной сцене. Представляете? Точнее, ну, краса России, Мисс России. Сколько там народу будет, я не представляю. Это будет Сочи, это будет ноябрь. Владимир, привет, привет. Реклама сколько стоит? Зайдите, пожалуйста, в мой пиар-аккаунт, он указан в шапке профиля. Менеджер Ирина ответит вам на все вопросы касаемо рекламы. Селена, ты вообще спишь, да? Ты сводишь тату, да? Ну, как бы и да, и нет, не знаю, думаю пока еще. Короче, краса России, я там пою, замечательно, все. Один вопрос мы конкретно, значит, уладили. Это прекрасно, я считаю, это прекрасно. Что еще, что еще? Слушайте, я вообще планирую сделать свои трафареты переводные, татуировки в виде луны. Мне нравится. У тебя есть любимый человек? Если любимый человек, это я. Мою любовь к себе, мне кажется, ничем не перебить. Писалась такая она красотка, конечно. Да, Люба, это вообще. Я очень, знаете, я вот прям люблю людей, которые мне близки по духу. Очень харизматичная девчонка. От нее можно тоже много чего научиться. Так вот, значит, буду петь на «Краса России». Я буду петь своих два трека. Уже сейчас второй трек на в коротеньких шортах выходит. Что еще? На День города я тоже буду петь. Понимаете, уровень поднимается. Очень красиво и суперское. Спасибо. Ты зарабатываешь за ночь? Достаточно. А тебе сейчас есть косметика? А, на мне тушь, остатки туши. В каком стрип-клубе вы танцуете? Я танцую в Хефнер. Так, ребятки, у меня очень сильно нагрелся экран. Я перезайду попозже в прямой эфир.